оружие. Обижен словом, ты пойми, одно оружие. Яд снаружи, яд, но стоит кинуть доброго словца с руки. Заметишь, как блестят добром под глазами круги. Хрущевки, пятаки, 16-этажки на блоке. Район под солнцем, здесь быть добрым вроде в моде. В народе ходит мнение, и это не открытие. Спокойствие, когда спокойно просто кануло в небытие. Кипящие канители, хобби нашей улицы. Фляга брызнула, штыки на теле, кто-то лупится. Раз на раз, два на два или другая арифметика. Красный асфальт не дышит, палево звать медика. Я один из тех, кто хочет до последнего жить здесь. Лирика моего худа для тебя плохая весть. Для тебя плохая весть, сын. Смотри, не обоссы здесь, сын. Ты знаешь, брат, можно наделить слово силы. Если оно твое, а не кобылы сивой. Какой бы речь ни была красивой, сейчас такой нрав мы говорим не сами, а голосами тех, кто прав. Папа, мама, начальник, подруга или брат. Институт, военкомат и группы разных ребят. Все спорят и галдят в недрах твоей башки. Те, чьи мысли ты принял по ошибке за свои. И где же потерялся ты среди этой толпы, где целуют, ненавидя и дают пизды любя? Чем отличается голос, коим говоришь с людьми, от того, которым читаешь книги про себя? Так вот это и есть твой голос. Тот самый голос того человека, в котором складируешь еду. Именно он сам по себе обладает силой. Ладно, размышляй, туда я пойду.